Многодетным и малообеспеченным семьям Магаданской области подарили ноутбуки. Оборудование вручили для дистанционного обучения. Родителей пригласили в приемную региональной общественной политической партии «Единая Россия». Ее представители вместе с министром образования Магаданской области Анжелой Шурхно торжественно вручили 5 семьям ноутбуки с мышками. Дистанционно проходят некоторые уроки. Сегодня ребенок познает мир иногда и черпает информацию как раз именно из интернета. И мы сегодня не можем этого не признавать. Кроме того, есть всероссийские платформы образовательные, есть ресурсы, рекомендованные и аккредитованные Министерством просвещения. Есть информация, которая необходима просто при подготовке к уроку, при подготовке домашнего задания, вот, при подготовке к лабораторной работе и, конечно, государственной итоговой аттестации. Поэтому это очень важная часть, хотим мы того или нет. Сегодня мы шагаем ногу со временем. Современное образование – это цифровизованное образование. Политическая партия «Единая Россия» совместно с Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения России запустили благотворительную акцию «Помоги учиться дома» 13 апреля. Всего на территории Магаданской области на сегодняшний день ноутбуки вручили 50 малоимущим и многодетным семьям.